Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы провести небольшой тест производительности смартфона Vivo Y70 в игре Standoff 2. Давайте запустим нашу игру. Сразу скажу, что мы используем встроенного вот этого игрового помощника, вот этот вот игровой режим, как он называется здесь. Вот этот справа, ультра-игровой режим. Вау. Вот, сейчас мы зайдем в игру, проверим настройки, вытянем их, конечно же, на ультра. И посмотрим, как эта игрушка, как этот телефон поведет себя в этой игрушке. Так, давайте зайдем в настройки. Видео. И выставим здесь все на высокое. Сглаживание, но это не нужно. Частоту кадров давайте 120 выставим, раз есть такая возможность. И жмем применить. И давайте попробуем сыграть. Давайте сыграем в гонку вооружений. Что у нас с яркостью? Яркость на максимум, но что-то темная карта, видимо. Нужно будет выбрать что-то посветлее. Ну, в принципе, видим, при стрельбе у нас ничего не лагает. В принципе, все идет гладко и без сглаживания, да? Сглаживание мы выключили, но тем не менее какое-то автоматическое сглаживание все равно здесь вроде как присутствует. Виснет это либо сервер, либо интернет. Не знаю, почему мы настолько что назад откидывало, как будто у нас пинг. Ого. Не знаю, с чем это связано. Давайте попробуем выйти и зайти, возможно, в другой режим. Но, в принципе, как мы видим в динамике, да, то есть, когда мы стреляемся, бегаем, стреляемся, и рядом тоже происходит какой-то экшон, у нас ни на секунду игра не лагает. Давайте начнем играть и выберем, пусть будет тыквенный беспредел. Снова, видимо, у нас будет какая-то темная карта. Ну нет, это, очевидно, светлее. Да, конечно, управление на этих мобильных играх, я вам скажу, не самое удобное, но тем не менее, как мы видим, у нас ничего не лагает. Все, в принципе, происходит плавно. Если бы я еще умел играть в эти игры, было бы, конечно, вообще супер. Но мы сюда зашли проверить только производительность, и, в принципе, как мы видим, ничего у нас не лагает. Ну вот это идут подлаги, скорее всего, из-за интернета. Я не знаю почему, возможно, сервера сейчас стендоффа подлагивают, потому что... Ну, телефон справляется с этой игрой отлично. Ничего не лагает, в принципе, все достаточно плавно. Как мы видим, мы выставили 120 FPS, да, максимальные настройки ультра, и все происходит достаточно неплохо. Скорее всего, вот эти люди лагают, да, из-за интернета. Возможно, что-то со стендофф-серверами. Ну, а так, если не учитывать это, то все достаточно плавно. Ну и, в принципе, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info.
До скорых встреч!